Всем привет! Сегодня закупил корм для попугаев. Вот. Только что приехал. Где-то здесь около 700 килограммов. Здесь пшено, пшеница, овес и так, как он называется? Сарго, по-моему. А, судак. Семя судака. Судак, травы судак. Сейчас покажу, какая трава, какие семена. И почем цену скажу. Так, ну вот, опроса. Пшено. Это у нас, вот видите, считается как зерноотход. Но это голимая проса. Немного есть шелухи. 4 рубля килограмм. Цены божеские. Самые, по-моему, божеские цены в России. Потому что разговаривал с Крымом, с Краснодаром. По-моему, там самое дешевое 17 рублей пшено. Просто. У нас оно по 4 рубля. Так, судак, трава. Вот она. Здесь разнотравие. Здесь и ячмень, и овес, и вот это само сарго. И какие-то еще мелкие семена. Это 3,5 рубля килограмм вот этого семени. Пшеница. Пшеница фуражная, отборная. Так, пшеница у нас 8,5 рублей килограмм. И ячмень, овес. Овес тоже хороший, фуражный, отборный. Овес 7 рублей килограмм. Вот такие цены у нас в Иркутске. Мамонах. Это все я покупал в Мамонах, Агробайкал. Поэтому вот этот весь корм в этом мешках. У меня еще с того года осталось то, что я запасался. Ну ничего, вот это тоже. Для попугаев корма я накупил. Так что самое дешевое просто это у нас, по-моему, в остальных районах. Оно у нас, видимо, удалось или что. Поэтому... Такое дешевое. Чищенное уже, готовое, которое в магазин продавать. Отборное, 27 рублей. Оно чищенное уже, вот желтое, как в магазинах продают. На рынках оно стоит 40 с чем-то рублей килограмм. Вот такие цены у нас на сегодня. Поэтому спрашивали, что почем. Я сказал, как буду покупать. Обязательно сниму видео, покажу. Вот такие цены у нас. Ладно. Спасибо за просмотр. Всем пока. Пойду таскать в хранилище все это зерно. Ладно, скоро увидимся.